Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Roblox против реальной жизни, часть 3. А это означает, что сегодня мы вновь увидим с тобой очень странные видосики про реальную жизнь и про Roblox, ну а также очень странные видосы, от которых возможно сойти с ума. Приступаем к просмотру. Погнали! Ага, реальная жизнь против Роблокса! Кто же победит? Кто же выиграет? Победил Roblox. Однозначно. Ball Games. Погоди-ка. Я, кажется, видел этот режим. Здесь должен пингвинчик балансировать на шарике и доехать до финиша. Кстати, очень сложный мини-гейм. Никогда не получалось пройти до конца. Я видел этот видос! Оу! Это попа-боль, это однозначно попа-боль. Так, а это какой-то клип. Его арестовали. Все грустные фильмы всегда так заканчиваются. Но точно не так. Я на самом деле не хотел бы, чтобы кто-нибудь бегал за мной с электрошокером. Гриффинг. Воровство. О да, сейчас эти криминальные пингвинчики что-то украдут. Что же они сделают? Опа, молоточек. Разбил одну платформу. Пингвины такие. Мы здесь не при делах. Мы не знаем, что произошло. What? Зачем он это делает? Воу! Полегче! Надеюсь, это никого не убило. Boat Riders. Катание на лодочках. Пингвинчик спускается вниз и такой, нет, ну это Roblox. С этим все понятно. А это та самая причина, почему я не катаюсь на лодках. Ну, ты сам понимаешь, почему. Меня эта лодка точно не выдержит. Питомцы. Миленькие собачки. Это осел? Камон. Осел и пингвинчик. Очень милая пара. Пуканье, это не смешно. Скутерс. Катание на самокатах или на велосипедах. Что же сделает этот пингвинчик? Выживет ли он или нет? У него самокат развалился. Это было очень больно. Кто-то покупает нянчаки. Это одни из самых дорогих нянчак, серьезно? Они же стоят там 1000 или 2 робоксов. Они точно не бесплатные. Опа, нянчаки. Давай. Давай, давай, избей гопников. И минус яички. Если твои яички это гопники, то ты их победил. Драка! Огромный пингвин! Это, знаете, Макгрегор против Джон Сина. Кто же из них выиграет? Чё? Что происходит? Это было очень неожиданно! Что этот парень творит? Фиджет-спиннеры! Окей! Roblox и такие видосы, это очень странно. Купил спиннер... Стоп, какой смысл покупать спиннеры в Roblox? Это же бессмысленно. А, ну покрути на языке спиннер. Минус зуб! Надеюсь, он у него сломался. Жду таких моментов больше, чем сам ролик. Паркур, новое движение, стиль самовыражения. Лошадки? Сейчас они обкекаются, да? Пони! На самом деле неплохая анимация. Ну, для Роблокса. Это его мама пела. У него очень страшный голос. Что же он узнал? Паук сверху. Страшный фильм. Конец фильма. Только не прыгнул бы. Пусти прыгнет! Он упал к нему в ванну! У меня точно мурашки по всему телу прошлись. Айс! Ну, в Антарктиде они прыгают по какой-то трещине. Для чего они это делают? А здесь он, видимо, тоже пытается затрюкачить. Опа! Провалился! Ну, так таким и надо, на самом деле. Нечего прыгать на льду. Баскетбол! Стоп, он закинет в кольцо. Это просто ноу-скоу! Йоу. Это типа было круто. Хорошо. А, то есть... Все эти видосики снимали на одной карте? Are you serious? Типа ролик подошел к концу? Или что? Мне удалось откопать еще один видосик, не знаю, смотрели ли вы его или нет, но в любом случае давайте его заценим. Dancing in Roblox. Танцевание в Роблоксе. Танцы в Роблокс. Сейчас будет топовый дискач. А, ну, это я понимаю, настоящие дискотеки. А где все?
Где диджей? Они в каком-то пердеже танцуют. Музыка из фильма «Проект X». Адский расколбас! О да, вечеринки в Roblox. Это то, что я так сильно люблю. Это же так круто! В реальной жизни. Сейчас будет какой-то жесткий тусич, наверное. Жесткий тусич. О, собачка! Мне на самом деле как-то жалко эту собаку. Не знаю почему. Ну, песня качать! Я не умею танцевать, когда я сижу на стуле. Эй! Почему музыка закончилась? Я только разогрелся! Скейтборд в Roblox! Разогнался, как бешеный тип. Ой, машина. Опс, спрыгнул. И все, все живы и здоровы. Правда, это была полиция. Они могли арестовать его. В реальной жизни. У-ху! Минус колеса. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ему повезло. Ему повезло. Еще бы одна секундочка, и все, была бы лепешка. А почему он так странно ходит? Меня все время это интересовало. А, батут. I can fly. I believe in the touch the sky. Улетел в космос. Интересно, он сможет подняться? А он сальтух там делал, что ли? Я не знал, что так можно. Это сейчас тоже сделает сальто. А там льдышка. Или не долетит до бассейна. Не долетел. Я не могу на такие видосы спокойно смотреть, просто не могу. 9 плюс 10, сколько будет? 19. 21? Почему 21? А, там решеточки, я понял, он просто не знает правильного ответа. Ага, обломись-то. Школа в Roblox, что поделать? 3 плюс? Сколько будет 10 плюс 9? 21, ты тупой. Ну что ж, а на этом этот ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь свой лайк. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. И увидимся с тобой в следующих реакциях. Надеюсь, новые Роблоксы против реальной жизни выйдут, потому что я хочу посмотреть на те самые режимы, в которые я уже сам играл, и мне охота посмотреть, что же они сделают в реальной жизни, какой видосик они смогут подставить, и как это будет забавно смотреться. Ладно. Adios. Playtime.